На мотобольном поле стадиона «Металлург», несмотря на холодную погоду, было по-настоящему жарко. Игра видновской команды с агрокомплексом в финальном матче розыгрыша Кубка России с первых минут держала болельщиков в напряжении. Третья минута матча, пенальти, и счет становится 1-0 в пользу «Металлурга». Распечатал ворота соперника Анатолий Касьянов, воспитанник клуба «Агрокомплекс», который уже 8-й год отстаивает честь видновской команды. Все прекрасно, игра идет хорошо, как и запланировали. И перед игрой тренер нам давал установку, и мы ее потихоньку выполняем. Некоторые моменты немножко не получаются, но сейчас доработаем, и будет все хорошо. Несмотря на все попытки агрокомплекса забить гол в ворота «Металлурга», их останавливала ловкость вратаря, который дважды преградил путь мячу противника. Во втором периоде игры видновский клуб забил второй гол в ворота агрокомплекса. «Металлург» вообще готовится ко всем соревнованиям серьезно. Мы начали с января месяца, по две тренировки каждый день. На табло вроде пока нормально, 2-0, поэтому складывается, по крайней мере, сейчас складывается удачно. Во второй половине матча инициатива перешла к агрокомплексу. На третьей минуте вести игру начал краснодарский клуб, изменив счет на 2-1. Эмоции накалялись, конец третьего периода, пенальти, и хозяева поля забивают очередной гол гостям. Как вам игра? Сегодня отличная игра, как раз подобающая финалу, когда две команды примерно одинакового уровня. Вот, поэтому счет на табло 2-1. Очень интересно. За кого болеете? За «Металлург», конечно. «Металлургу» победы только. Только победу, надеюсь, ну даже уверен, что победа наша будет. Очень интересная игра, напряженная. Но думаем, что наш выиграет. Все равно. Да. Как вам игра? Игра отлично, просто только погода неудачная. Холодно, снег, но нам это не помеха. Мы болеем за наш «Металлург», и он победит. На 9-й минуте 4-го периода команда из Краснодарского края забила гол в ворота «Металлурга». Таким образом, счет стал 3-2. От ничьи видновский клуб спас капитан команды Иван Криштопа, отправивший решающий мяч в ворота соперника. «Металлург» одержал победу над агрокомплексом. Игра складывается сложно, потому что сегодня снег и дождь, мокрая погода, тяжело было. Ну, мы справились. В 31-й раз мотобольная команда «Металлург» поднимает над головой Кубок России. Болельщики ликуют, игроков поздравляют с победой, тренер горд грамотно рассчитанной тактикой. Блестяще получился финал, непростой. Я думаю, зрители все довольны, потому что была соревновательность, непонятно было до конца, кто выиграет. Вот. Хотя счет 4-2, но агрокомплекс давил. Молодцы ребята, сражались до конца. Ну и наши сделали свое дело, все, что мы готовили, все, что тренировали, воплотили в победу. Чемпионов поздравила заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова. Ребята, мы гордимся нашими спортсменами. И, конечно, мы бесконечно благодарны всем, кто в течение вот этих вот дней был у нас в гостях. Мы ждем вас, дорогие друзья, потому что я уж не знаю, обидятся ли на меня другие города, но колыбель мотобола все-таки видная. Клуб «Металлург» снова показал мастерство и профессионализм игроков. Поздравляем команду с новой победой и желаем успеха в чемпионате России. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.